По ножовочкам мы отсняли. Будем сейчас разлаживаться под фрезом. Всем привет! И мы по-прежнему продолжаем обустраиваться в своей новой мастерской. Пока что разлаживаем инструмент. Сегодня разложились по фрезам. Фрезы — это такая большая отдельная тема, где каждая фреза требует к себе отдельного внимания. По-хорошему, каждой фрезе по отдельному фильму. Вот. Но сейчас мы на них останавливаться не будем. Снимем видео как-нибудь в следующий раз. Потому что мы тут особо не вычищали. Вот мы и разложились для чего? Чтобы ты взял тряпочку, все это вытер, протер, разложил, развесил. Для чего мы это все разлаживаем? Чтобы перебрать, пересмотреть, смазать. Я не умею смазать. Научим. Я тебе покажу. Вот. Все, мы должны это разложить. Я хотел как бы сделать мастерскую таким образом, чтобы на стенках это все красиво висели. Струбцинки, ножовки, фрезы. Вот. Ну вот как-то это все не получается так сделать, потому что даже половина не влезет сюда на стены. Нам нужно несколько, знаешь, таких выставочных центров занять, чтобы это все расставить, разложить, все, что у нас как бы вот по этому вопросу есть. Только если вот это все убрать. Ну так это мы уберем, это ненадолго здесь твое. Как только начнут работать станочки, ты сам отсюда убежишь. Тут будет столько пыли, что конструктору здесь будет не место. Ну ничего, мы же вас... Он будет у нас на втором этаже.